стойка. Пусть скажет, что хотел. Да ты что, швед, порвать сучонка, да и все. Вы все знаете, с чего началась заводка. Вы считаете, что я не прав. Я не буду ничего объяснять, потому что это касается только меня и Мухи. У вас есть два выхода. Убить меня прямо сейчас. Или дать нам возможность разобраться один на один. Решить сейчас. Ваше право. Но люди в городе будут знать, что вы замочаете человека, который пришел к ним в гости, решить вопрос по справедливости. Я знаю, что я делаю, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить? Верно?